Обводи. Обвожу. И без тебя справлюсь. Можешь идти отсюда. Делай. Делаю. Ты ручку нормально делай. Ты ее зачем наклоняешь? Я ее не наклоняю никак. Мама. А ты меня любишь? Люблю. Любишь? Да. Точно? А? Точно. Точно, точно. А ты любишь мультики? Немножко, да, немножко нет. Что тебе не нравится в мультиках? Теряю время. Ну, хотя бы конфеты ты любишь? Конфет обычно нужно в меру. Ну, хоть чем-то ты, кроме химии, занимаешься и горных лыж, и фигурного катания? Я занимаюсь физикой. Положил сейчас идеальную схему. Если новый москвич приезжает в Москву, то старый москвич должен съехать куда-то. Да, но у меня нету старого москвича. Мы тебе подберем. Не надо, у меня есть и так старый дед. Он хабаровчанин. Так, подожди, сейчас. Я отмечу в твоей анкете. Так, старый дед в наличии. Он остается там. Кого еще оставим в Хабаровске, Илья? Папу оставим в Хабаровске. Папу. Отец, одна штука. На него билетов не хватит. Написано, и укатил из этого дурдома. Ну так пишется, и укатил. А мы говорим, да. Мы пишем, укатил, а говорим, укатил. Почему хочешь отсюда укатить? Тут толпа людей, пробки, хочется сосульки. Ну, облизывать, а их нету, снега тоже нету. И куда ты хочешь укатить из этого дурдома? В Орловский. Это отель. В отель Орловский? Да. Потому что там... Там орлы летают. Ну, надо думать. Ты хочешь быть телеведущим на Первом канале? Да. Саш, ты понимаешь, что для этого нужна хорошая дикция? Да. Повторяй за мной. Розенбаум. Розенбаум. Мандельштам. Мандельштам. Здравствуйте, я Саша. Я хочу сниматься в рубрике «Взгляд снизу». Снизу сниматься хочу. Относишься к изменам? Я забыла, что это такое. Это когда ты даришь сковородку не своей девушке. У меня нет слов на этот ответ. Так и у многих мужчин в этой стране нет слов на этот ответ. Я готовлю салат оливье и котлетки. Вот это да! А они приходят уставшие и говорят, садитесь, родители нерадивые, кушать-то подано вам. Нет. Они все ходят и ходят, ходят и ходят. Я все накладаю, они все съели. А ты опять накладаешь, они опять едят, да? Я все не успеваю. Конечно, тут на таких лбов взрослых не успеваешь, да. Конечно. На маму, на папу они все съедают. Ну, ужас какой-то. Тебе ни крошечки не остается, да? Ни